До конца лета остаются считанные дни. Если вам за 3 месяца так и не удалось уйти в отпуск и как следует расслабиться, то этот выпуск для вас. Мы расскажем о том, как успеть запастись яркими впечатлениями на целый год. И для этого вам даже не понадобится шенгенская виза. В идеале, конечно, можно было бы взять на работе пару отгулов и устроить себе мини-отпуск. Ну и 2 выходных вполне хватит, чтобы отдохнуть. Пока солнце окончательно не спряталось за осенними тучами, самое время поймать август за хвост и отправиться на пикник. Конечно, придется обойтись без костра и привычных шашлыков на мангале, но можно взять с собой теплый плед, пару бутербродов и термос с чаем. Вдоволь поваляться на траве, разглядывая бегущие по небу облака, насладиться пением птиц и запахом лета, которое совсем скоро покинет нас на целый год. Утопающие в зелени улочки, фонтан в театральном сквере, парк, набережная пруда Борового. Знакомые места открываются совсем с другой стороны, если гулять не спеша и менять маршрут на ходу. А можно представить, что вы здесь впервые и познакомиться с городом заново. В любом случае, вас ждет незабываемое приключение. Кто сказал, что лениться – это плохо? Ладно, всегда лениться – это плохо, но иногда просто необходимо. Валяйтесь на диване, смотрите фильмы, читайте книги, играйте в приставку, пейте чай с печеньем, ешьте мороженое и делайте это так, будто вам снова 16, и у вас настоящие летние каникулы. Ежедневная рутина делает жизнь серой и унылой, пора это менять и каждый день пробовать что-то новое. Новые блюда, новый гардероб, новая прическа и, конечно, новые знакомства, которые наверняка перерастут в крепкую дружбу. Выходные – отличная возможность встретиться с друзьями. Игры на свежем воздухе, ночные прогулки, тихие разговоры и громкие вечеринки. Даже обычный поход в магазин можно превратить в настоящее приключение. Общение с друзьями заряжает нас энергией и позитивом. Вы точно не забудете время, проведенные вместе. И даже если у вас нет аккаунта в социальных сетях, фотографируйте как можно чаще. Это не должны быть постановочные кадры. Постарайтесь поймать момент, уловить настроение, эмоции. Снимайте природу, улицы города, голубое небо и зеленую листву. Все то, что будет греть вас долгими зимними вечерами. И будьте уверены, пересматривая фотографии, вы поймете, что лето прошло не зря.